Я проснулась, сходила в душ, покушала курочку, написала последние смски всем и поехала на макияж и прическу. There's no words to say it, but I'll find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try for the rest of my life. 'Cause это было очень необычное знакомство. Я закончила школу. Мне было нечем заняться, я добавила Ваське трех парней, ну, чтобы просто пообщаться. И вот Андрей был один из тех, кто ответил. И, ну и вот мы встретились, познакомились и все такое. Ну вот 5 лет было в июле, как мы встречались и решили пожениться. Ну да, и еще через 3 месяца после нашего знакомства он сделал мне предложение первый раз, а так сделал 3 раза. My greener grass on the other side. It's just the simple truth. All that was wrong, you made it right. 'Cause... Первый раз предложение, он приехал в Ханты-Мансийск. Утром прислал мне фотографию моей общаги, где я жила, где училась. Вот, в 8 утра. Я подумала, ну что за фотка какая-то дебильная, в интернете нашел, наверное. А он такой звонит и говорит, ну выходи, он просто взял, сфоткал вход. Было 8 утра, и я вообще не ожидала его увидеть, а он там такой стоит с кольцом. Вот так. Андрей, что, как тебе невеста? Огонь. Что все замечательно пройдет, и вообще не хочу париться уже об этом. Я так переживала вчера, сегодня уже не переживаю, так отпустила. Ну, как пройдет, так пройдет, уже все подготовлено, я надеюсь.